Здравствуйте. Как я давно у вас не был. Спасибо, 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 что пришли. Спасибо, что мы вместе. Ну, меня зовут Сергей Вальцев, проект «Ключик Потапов», сам родом с Донбасса, ну так, по пути с Москвы. Домой. Обработочки нету. Что-то как-то. Кто-то тут нам. И, знаешь что, вот, мне кажется, это колоночка. Что-то простите, пожалуйста. Как-то с нее звук, мне кажется, не идет. Раз, два, три. Идет с колонки звук. Послушайте, пожалуйста. Простите. Вроде настраивали голос. Раз. Да. Идет с колоночкой? Да, конечно. Идет, идет, еще так. А, все, я понял.
Спасибо. Все, спасибо, микрофончик погромче. Опа. Чуть-чуть. Ну, залим на выгод. Спасибо. Раз, раз, а. И. Спасибо большое. А, и водички, если можно, без газа, просто водички, пожалуйста. Спасибо. Топнули.
сказал, что мне сюда. Как вы? Как вы себя чувствуете с другими? Отлично. Страшно. Серег, молодец. Спасибо, да? Спасибо за помощь, за организацию тем людям, которые Ваша это все делают. Держи, Саня, держи. И ты даришь нам радость. Благодарю вас. Хлопали, дрожь по кости, воздух приляг уставшим гомоном. Голос уснул тихонько, тихонько, тихо затих. Взрыв нащурится, близится миг, теплится день, солнце взойдет. Ближе к утру птицы вольют движение улицы. Рядом вокруг свет подчеркнет круг, пространство, комнату, но пока ночь обняла и тешит думами. Буду вникать, просто вникать, время идет. Шагов невольно слышимый, падая в тишь в мыслях углов своих, как будто вижу я лица друзей в радости дня. Пришло известием, верю, что путь даст осознать смой дни.
если б вот там кто-то вот там, где-то вот там. Спасибо.
дай мою шаг во двор, тешится тишь моя, ты видишь ночь мою, свет тени, тешится, тешится. Шаги бредут в дивный путь, левый, правый, вечным узором, век солнца. Ой-о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 й
карман, все потерял. Домой приду, помни меня давно. Улицы лгут, за шеей время. Уйду, хлеб да соль, крохи птенцам, их путь весной сложит меня по делам, закусив у дела, пальцем висок вращать, день ото дня. Именно прямо сейчас хотелось играть. Давайте сейчас песенку спою, перерывчик, или как вы? Или парочку еще? Все, еще парочку, хорошо? Окей. Тогда? Да, сейчас. Для всех наших. Yeah.
пара, там была папа пара, теурум пара. Ходи, броди, Петруха, по вольным месяцам, единомысленно шаря по августам, но снова левого голубя пришили облачно, помимо прочего наши. Еще к тому же все и разбежались со словом «все» и задарили по пяточку и разошелся на камелет и «здравствуй, солнышко». Со мной, Петруха, а моем косточки брезгливо сосланы наросты поросли. Сметуля ветошью всякий пустоочество при всем при том, а шо наши. И писем не пиши, ой, и пригубили в стаканах все, и жевали останки дня, и зашипело в груди оно, ой, где ж ты, солнышко, ой, где ж ты, солнышко, в речку. Петя, вгрызайся деснами, разбитые чашки лилели, клеили. Ты зачарована, пальцем землю грей, пополни доводы наши, пополни доводы наши, пополни доводы наши, попомни доводы. Ой, и рассмеялся под вечер я, и ночка хочет смеша меня, и улыбнулся с восходом дня. Доброе утро всем нашим, доброе утро всем нашим, доброе утро всем нашим, доброе утро всем, доброе утро всем, доброе утро, доброе. Thank you.
Спасибо. Совместная песенка, вот как бы автор стихов Олег Гладов, мой давний друг, то есть, ну, а я ее просто взял да и сделал. Песня называется «Черно-белые сны». Небо, забыл
Спасибо, спасибо, мои хорошие. Дай вам Бог здоровья, вам счастья и радости. Меня зовут Сергей Вальсов, проект «Летчик Потапов». Я еще к вам вернусь. Я так рад, что мы вместе, и я все-таки доехал. Да. Я уже сколько, ну, который год просто думаю, вот осенью, думаю, Белгород, Воронеж. Осень, одна осень, вторая, третья прошла. Ну вот, наконец-то, да, по пути домой. Спасибо. До по встречи. До по встречи. Шепчут о том, что еще наше время идет. Слышишь, ноябрь заметает нас снегом и вьюга. До срока метет. Осень устала, она закрывает глаза. Почти умерла, и почти что родилась зима. Слышишь? Слышишь, как тихо за дверью, никто в эту дверь так как вчера не стучит. Мороз загоняет в квартиры всех тех, кто пока что не спит. Слышишь, пробили 12 на стенке часы. Город почти что уснул, в нем почти не души. И плачет у ветра душа. Слышишь, как мимо знакомые лица проходят в течение сна. Слышишь, в сомнениях прячется со. Слышишь, сомнения прячутся в темных углах. Слышишь, в сомнениях прячется собственный страх. Слышишь? Слышишь, чуть-чуть повернулась земля и чуть ближе стал утренний свет. Слышишь, подруга Надежда проснулась, сказав с улыбкой привет. Спутница Вера расшторила окна и в путь. Люба позвала, а Любушку-то не обмануть.
прояви лица, выйди из руля в вечный шаг в сторону окна. Длинный голый свет шалью лью, сам дороги вью, мыслями ловлю нежный вкус нового огня, молодого дня. Возродивший вкус, возвративший вкус, вышел из нуля. Отворяя дверь, ставни хлеб солью до краев, алым на устах. Счастье дней, самых долгих дней в глубине моей. Мысли ли долгожданно вслух наполняю я. Оглушая слух, в солнце мягкий круг двинул от нуля. Ой, 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 ой
послушай кусочек, попробуй на вкус. Душистый комочек навеет чуть-чуть. Как радуга вьется, как ветер смеется, как ухо щекочет кузнечик огон. Смотри, как прекрасен весь мир между нами. И солнышко грянет, роса опадет. Замерцает земля карусель. Танцует, танцует, танцует под нами. А время оставит в ресницах капель. А время оставит в ресницах. Мир между нами, и солнышко грянет, роса опадет. Если б вот только бы солнцем зашло, солнышко ясное, завтра к утру будет вся. Солнцем зайдет радость сквозь грусть.
грусти мою вольность ищу. Строить преградами поступ во лжи. Если б вот только бы солнцем зашла, солнышко ясное, за утри к утру будет вся. Да что ж такое? Лучшие. На грудь птичьими стаями ветер поет глазами. В туманы отправимся в путь, на пути истина солнце взойдет. Лучшее будет все. Стекла рисует по памяти образы чувств, пыли дорог, тоска. Хрупкость стекла рисует по памяти образы чувств, пыли дорог, тоска. Съела меня, давит пыль, давит коленями в грудь. Знаю, что вот оно, счастье идет. Солнечным теплышком ты обожди. Будет все лучшее. Будет все лучшее. Будет все. Будет все, 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 будет все. Следующая песня называется «Журавлик». Она посвящена Александру Литвинову, он же Веня Дыркин. Наполнить небо криком.
птиц и утопить все струны морем, дабы наполнить жизнью все рослиц бумажным журавлям, вдыхая воля. Порастут травой забытые глаза, как только седина виском ложится, туманом верст, окутав память своих грез, обрывок книг, сказаний быль, журавлик, птица. Художник манит пустых полотен масла, тешит блик. Я вижу птиц, мне снова снится. Thank you.
локтя мерю путь по толще льда, по теме, по теме. Течью брезжит брат по масти, память решка, решка, решка. Следующая, это была песенка, которая называлась «Решка», а сейчас будет песня, которая называется «Обратная сторона», которая является продолжением, то есть часть вторая. Орёт! Сколько дороги коленом наматывал. Дальше, все дальше, все. Шарик пластмассовый, поступь и память. Тропинка завязана гордостью кисли, герои бумажные. Надо же, надо же, надо же, надо! Мялись
шагами следы неосознанных пропадом сгинуть. Конечно же, вспомнилось, но детским теплом и улыбкой умоемся. Вертится, крутится, крутится, вертится. Что там, шеф? Ничего, шеф, давай, ногу прекращается. Вот, давай, поехали. Давай, Ядька, давай. Сейчас, мой хороший, сейчас. Давай, мой хороший, давай, Ядька. Друзья мои, ну чего, на дорожку крайненькую, да? Да. Конечку дали, попарили. Есть. Давай, есть. Поехали. Не-не-не, есть, есть, спасибо. Да, растягивается время. Подождите, нет, ну, давай, нет. Я прошу прощения, можно 2 секунды? Давай пообщаемся, ну елки-палки, ну эта песня, все понятно. Но ты не часто бываешь здесь, давай пообщаемся. Давай. Я не имею в виду только я с тобой, но и люди, которые пришли. Давай, хотите анекдот расскажу? Да, да. Раба. Новый день, новый день. Шел мужичок по дорожке. Поздно шел, где-то около 12 ночи, горбатый. Думает, прямичком на минут 15, но через кладбище. А отход, ну, около часа идти. Думает, да ладно. Тихо, 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 раз. Кладбище, кладбище, ну, в центре кладбища такой, земля, ух, содрогнулась, там, пф, молния, гром, пф, откуда-то из-под земли. Мужик, где горбатый? Он такой, да, ты горбатый. Он, нет, мужик, ты не горбатый. Раз, он испугался, все, домой, быстро, сломя голову, не раздуваясь. То есть, раз, такой, мимо, это, прихожу, мимо зеркала. Оп, подожди, ни хрена себе. Опа, горба нету. Он ни хрена себе к другу, соседу, к хромому. Калек, ты представляешь, он, да ладно, да ну что, да ладно, я хотел, да вот там-то, так, еще время есть, давай же, он тут дальше, хромом, центр кладбища опять, там, земля, молния, гром такой, мужик, ты горбатый? Он такой, не-не-не, я хромой. Нет, мужик, ты горбатый. Серёж, можно такой вопрос? Ты насколько часто вообще в нашу Черноземье вообще заезжаешь? Ну, я бываю так проездом. Ну, то есть вот я же говорю, что вот Белгород-Воронеж, то есть я очень давно хотел именно заехать. Ну, что-то как-то... А почему именно такой как-то маршрут? А домой, потому что. Домой, в сторону дома еду, на Донбасс. Хорошо, думал... вопрос из зала я озвучу. Ладно, хорошо. Откуда ты родом? Я с Донбасса родом. А там война закончилась? Конкретно. Конкретно. Тот человек тоже с Донбасса трепещет после вот вопроса, понимаешь? Я Солчевск. Раньше этот город назывался Коммунарск.
Луганской области. Я, ну, то есть, какая история, то есть, я говорю, что это, я родился, да, СССР, нету, у СССР, нету, Ворошиловградская область, нету, города Коммунарск, нету, Сергей Шевченко, нету, меня нету, я новый, да. Подлец. Так, ребята, Серега, скажи, они еще немножко остались. Давай, они с покосом. Хочешь поддержать музыканта, сюда надо. Серега, может быть, кто-то еще вопрос может задать? Не, не вопрос, ну, в смысле, не вопрос задавать. Я, ну. Что такие стеснительные все, напотопились, вот это стесняют. Кто здесь? А ты смотришь футбол, у тебя есть любимая футбольная команда? Не, 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 не. Ну, чего? Саня, где я, где спорт? Только что? Не о футболе, блядь, я вас умоляю. Что? Воевать предложить на Донбассе будете? Воевать? Так не, ну я поеду по-своему туда воевать. То есть, ну, как могу воевать. С гитарой? Да. А кто по профессии? У тебя есть какая-нибудь инженерная? Ну, у меня одна из профессий — крановщик гусеничных пемоколесных кранов. Ну, я и водила АБЦ категории есть. Ну и все, как бы, да. Музыкального образования у меня нету, к сожалению. Ну, может попробовать. Если танк дать, справишься? Да не вопрос, ты покажи, куда нажимать, что дуть там. Я быстро учусь, во. Я многое не умею, но быстро учусь. Донбасс это Украина, Россия или сам по себе? Нет, Донбасс это не Украина. Донбасс это... У меня в паспорте было написано русский. А потом, когда поменяли на вот эту хрень вот эту поменяли. Браво! Там не спрашивали. Там не было такой строки, кто ты. У меня в роду... Это все не важно, короче. Ну, давай ЧБ. Давай ЧБ, пожалуйста. Было уже. Ну, все равно. Маменька. Да, во. Ну, не вопрос. Такая пауза и подошло. Сереж, может сейчас коньячку, а? Да есть, Петя, есть. Серег, да? Что? Ехал всадник по дороге, в небе солнышко светило, мою тень упала в пропасть, и теперь ее не сыщешь. Покачнула ветром шапку, злая пыль глаза закрыла, а я упал в траву и умер. Пуля дура грудь пробила, называла меня мама доченькой, а называла меня маменька сынок. Схоронить стогу хотела, не вышла, головы не уберег, головы не уберег, головы не уберег. Покатилось солнце под колеса, всплыло брюхом в мертвой луже. Моя кровь, шипя, впиталась в землю. И мне стало вождь-то все равно, что не называла меня мама доченькой, а называла меня маменька сынок. Схоронить стогу хотела, не вышла. Головы не уберем.
корни прорастает. Сквозь лужу заспанное солнце цепляется радугой за небо, пытается взлететь оттуда, куда его вчера втоптали слепые ржавые подковы. А я открыл глаза и понял, над этим красная корона не называла меня мама доченькой, а называла меня маменька сынок. Схоронить того хотела, не вышла. Ну, давайте я завершу уже эту и крайненькую свою песенку. Она так и называется «Баю-бай». Сереж, можно 2 секунды? И еще 2 секунды, я понимаю. Да хоть 5. Раз, слушай, два. Вот такой вопрос у меня лично от меня к тебе. А что у тебя, в принципе, ну, я понимаю, ты по разным городам ездишь, раз уж у нас сегодня такой интерактив, раз уж я завел. Что тебя связывает с городом Белгород? Не знаю, я сейчас первый раз, по-моему, попал сюда в 2003 году, да? Вот познакомились на Оскольской лире, то есть да, старый Оскол, то есть вот с ребятушками, вот Володя Барышев сидит, то есть привезли меня сюда, то есть я тут познакомился с хорошими людьми, ну так как-то дружба завелась, то есть и вот ездили сюда. Раньше там 2003-2005, то есть катался автостопом. Ну, и они все дороги оттуда, из Москвы, то есть в эту сторону идут. Поэтому вот очень часто заезжал в Белгород, ну, повидать своих друзей. Там, может, там концертики где-нибудь что-нибудь дать, там, и, ну, все остальное. Вот этот человек сюда меня первый раз вот и привез. Вот. Володя Барышев. Вот. Очень хороший фотограф, кстати. А можно вопрос из зала? Конечно. Я впервые попала сюда, я впервые в городе Белгороде, а ваши, вот мне очень понравилась ваша песня, ваши записи где-то можно услышать? Есть, пожалуйста, они, вот там, дисочки, да, дисочки, если что, вот там есть немножко дисков осталось, то есть вот, если вы подходите, а я потом вам что-нибудь на память напишу. Спасибо. Спасибо. А на бай. Споткнулся и упал, прополз еще немного, памяти всерьез не хватит, дождь пошел, шаги домой напрасно, верю я, стал поминать грехи, куда же вся? Зачем февраль, когда несет телегу вдаль? Ямщик, гони, не унывай, вперед, вперед!
радуги бродят вдоль отголосков. Каменные девы веслом трясти. Труба зовет мне в виски лед. Прости меня, прости. Я выхожу дни напролет. Поход грядет, гну от ворот. Гони, родной, гони. Тоску. Наполни миг расчетами по плану. К чему же вся, как понесут? Рожден на счастье сроком от прощания. И корку хлеба отгрызут. И снова так в полжизни по чуть-чуть. Какой пустяк, какой пастух в загоне у нее весь самосад до срока вызрел, остынет чай. Я ухожу, до встречи, бай. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Меня зовут Сергей Вальсов, проект «Летчик Потапов». Если вдруг там мы это, давайте ВКонтакте, страничка у меня Сергей Вальсов, как танец вальс. Сергей Вальсов и группа «Летчик Потапов». Стучитесь, буду рад вам скинуть свои музычки. Спасибо. Сейчас. Давайте я вот что хотел. Я раз в этих краях. Раз я в этих краях, а Сашка бывал здесь очень часто. Александр Лединов, я в Вене Дыркина вам попою, можно? Да. Давай. Пару-тройку песен. Простите, я вспомнил, я не знаю, знаете вы, не знаете, 7 числа Михаил Федорович умер. 7 числа умер Михаил Федорович Литвинов. Папа, да. Ну вот я этим летом ездил, то есть я думаю, Майя Степановна, ну, очень плохая. Я вот, а Михаил Федорович прям вот бегал, так, ну, суетился, говорит, сам суетюсь, и Маюшку свою, чтобы она, ну, не унывала, то есть подбадриваю. А тут так вот. 7 числа вот я сейчас вспомнил, что вот Сашка. Похоронили, говорят, возле Саши. Свердловки там, да? Коньячку может дать?
черного неба. Уи-ха-ха! Убил дороги дремучие дремы. Уи-ха-ха! Ночь василиском обвила ноги. Уи-ха-ха! Кукушка сном сплела нити сказок. Внимательный ворон у локона седых волос, в глазах забывших про сон кипящая ртуть. У мертвого моря мертвый утес, где-то там в уюте каменных гнезд младенец серебряный гриф, он пробует грудь. Одноглазовая лиха, мохнатые дивы, нежные тела вещей, жертва во власти языческого огня. Диким криком в эхо, едким дымом в небо, серым пеплом в землю, опоздавший рыцарь на пустой дороге, он будет помнить тебя, как белую птицу на белом единороге. Я еще вспомнил один такой момент. Так, правда, мне от души очень приятно, когда Михаил Федорович мне подошел и говорит: «Серег, знаешь, мне, говорит, так нравится, как ты Санину песню сделал. Чай именно вот». Ждем. Сегодня в моем далеком прошлом, сегодня в моем далеком прошлом, все нужное вдруг стало таким ненужным и безупречно лишним, что мне осталось мало. Только все для всего навсегда, но этого вам никогда и нигде не расскажу. Но этого вам ни за что, ни про что не простят, поскольку все одно. Чай! Шабада-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 б
Дорога прекрасная, далека для тех, кому за 30 и безнадежно юны, и безмятежно стары. У всех еще так много. Никогда, но этого вам никогда и нигде не расскажу. Но этого вам ни за что, ни про что не понять, поскольку все одно. Чай, браво! Спасибо. Это Александр Литвинов. Давайте я еще попою. А черно-белый будет? Нет. Thank you.
от конца лучик бисера пыли. Доброе утро мне сегодня воздаст три ступеньки от царства, три подковки от сивки, три копытца от братца, три попытки вернуться, две попытки остаться. С вечера полнолуна, вокзал немноголюдный, прощай, мое детство. А с утра безголова, от короткого слова, на стекле электрички. Преисполнена грацией, с бересты колесница, я не синяя птица, в три погибели гнуться. Я хочу улыбаться, чтобы не разминуться. И что сегодня Джадас нам станет горьким лекарством с песней по жизни. Чего мне стрематься, белой кошки в окрошке, парус надежды. Так что я ее не играл, и не играл я очень давно, поэтому я даже не вспомню сейчас. А что она белая? Почему? Прошу прощения, мы, наверное, ненадолго задержимся, нам подписать. Давайте я еще одну песенку спою. Давай. Да. Как раз вот эпилог. Гори огнем. Эпилог. Гори огнем. Александр Литвинов. Эпилог. Черным бархатом впрок, а счастье по чужим векселям. Эпилог. Мимо суетливых дорог, мимо неосмысленных дат, мимо одиноких всех нас лежит камень. Под него не течет. Ля-ля-ля-ля-ля-лям. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям. Дай нам даунам ум, о мани под мехом. Без ума нам туман, до Бога, не до города, не дорога, дорога. Туманом, где в тумане мы все без лиц, а туман погладить по соленым щекам белый день.
черной стены мимо, мимо на стене зеркала, мимо, мимо после завтрашних дел у зелотами. Твой город проклятый мной. Спасибо, мои хорошие. Все. Все. Сергей Вальсов, летчик Потапов. Стучитесь. Есть там десочки, может быть?